Наверное, самые искренние пожелания и мечты можно высказать с помощью открытки. С этой фразы начинает интервью молодая брестская художница Анна Редько. С ее работами брестчане могли познакомиться на многочисленных выставках и вернисажах, которые регулярно проходят в городе над Бугом. В Бресте Анна Редько больше известна как неординарный и яркий художник. Девушка находится в постоянном творческом поиске, поэтому постоянно продумывает разные проекты и инициативы, одна из которых – собственный бренд «Важный гусь». Вместе с мужем Сергеем Анна создает яркие майки, футболки и необычные, но очень запоминающиеся открытки. Вот эти открытки, их может приятно дарить, когда человек не ожидает. Вот это да, то есть это просто такой вот, открытки должны быть ассоциативные. То есть если вот ты, допустим, увидел мальчика с оригами, где написано «С днем рождения», мне кажется, человек, который занимается оригами, вот это ассоциативно ему очень подойдет, тогда да, нужно дарить. Анна и Сергей считают, что сегодня в Беларуси не так много красивых и необычных сувениров с национальной символикой. И что немаловажно, поздравлениями и теплыми словами на родном белорусском языке. Поэтому супруги совершенствуют свои дизайнерские открытки, ищут новые формы и сюжеты, которые, как говорил еще классик, подсказывает сама жизнь. Они уверены, что в Беларуси есть много красивых и живописных памятников и парков, монументов и скверах, о которых мало кто знал или слышал. Сегодня в копилке открыток есть и брестские достопримечательности. Например, изображение Брестской крепости, в том числе монумента мужества, который в последнее время был главной темой обсуждения благодаря нашумевшему рейтингу CNN. Открытка с монументом – одна из серий, посвященной родному городу над Бугом. Кроме мужества, на открытках запечатлены Холмские ворота и памятник тысячелетию Бреста. Анна и Сергей считают, что важно ценить то, что мы имеем сегодня. Поэтому они планируют интенсивно работать в культурно-историческом направлении. Я не солидарна с этим списком, да? Именно с тем, что памятник мужества там назначили одним из самых страшных. У нас очень много всего красивого, чего не надо доказывать, а просто действительно показать. Мы на самом деле тоже еще сами на пути открытия для себя Беларуси. Сегодня дизайнерские открытки «Важного гуся» находятся во многих странах мира. В Беларуси приобрести их можно в некоторых магазинах Бреста, Минска и Витебска. Супруги уверены, что такая мелочь, как яркая и символичная почтовая карточка с теплыми словами и пожеланиями – это верный путь к искреннему и любящему сердцу. Планов и проектов у Анны Редько и Сергея Хомячука еще очень много. Они продолжают совершенствовать сюжеты и образы, чтобы показать всему миру, что в Синеоке и в Бресте, в частности, есть что посмотреть, а белорусам доказать, что им есть чем гордиться. Все, кто там увлекаются импрессионизмом, художники или еще какими-то линиями, им всегда хочется вот что-нибудь такое, Эйфелеву башню нарисовать, или там в Венеции эти лодочки порисовать. Почему не найти вдохновение просто в наших городских улочках? Анастасия Назрин-Плотницкая, Виктор Халявко, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.